19 января 2021 года Ярополк верит окунаться в купель в очередной раз подряд, то есть 7-й раз. К сожалению, не так много народу, как было в предыдущие года. Мы всегда вывозили от 60 до 100 человек. Сегодня, к сожалению, только около 25-30 человек. Но ничего страшного. По программе клуба мы каждое воскресенье дружим с холодной водой, поэтому наши воспитанники холода не боятся. Друзья, всех с праздником, с крещением! Где наши еще? Все там? Там наши? Позови их сюда! Всех поздравляю с праздником и всем желаю здоровья. Погружайтесь в наши Иорданы столько, сколько может каждый по своим способностям. А все остальное, самое главное, чтобы это было с любой радостью. Выяснение Господня на вас, чтобы нам не известны войдите веков. Аминь. Все, с Богом! Прибери свет, пожалуйста. Прибери свет, пожалуйста. Где его? Ну так тепло, кстати. Молодец. Умница. Давай к маме. Фу. Ребята, пару слов. Это клево, но холодно. Вода, огонь! Как ощущения? Закаляйтесь, ребята. Это сила и это дух. Парни, с праздником. Будь здоровым, это модно.